Ну що ж, дорогі друзі, повертаємося до нашої студії. Ми сіли так кучненько. Це означає, що в нашій студії вже є гості, яких ми раді вам представити. Наші гості на сьогодні Євген Воробйов, волонтер, Анжеліка Михайліна, організатор осінньої благодійної ярмарки, а також у нас Катерина Коханенко, організатор осінньої благодійної ярмарки. Вітаємо вас, друзі! Дякую, що завітали до нашої студії, такою дружною компанією. Ну і звичайно ж, теми для розмови, я думаю, що і нашим глядачам також зрозумілі, вже судячи з представлення. Це осіння ярмарка. Хотілося б буквально тезисно так, декількох словах, щоб ви розповіли і ввели в курс наших телеглядачів, що це за ярмарка, що це взагалі за акція. Осенняя благотворительная ярмарка, которая посвящается детям онкобольным. Все средства, все то, что мы соберем, мы будем перечислять непосредственно деткам в онкогематологическое отделение детской областной больницы. Все сведения, все чеки, все будет предоставлено. Все это, то бишь, нашим детям, кроме нас, я думаю, что фактически помочь некому. Если мы будем неравнодушны и большинство людей подключится к нашей организации, и чем больше нас придет, я думаю, тем больше все же мы какой-то вклад очень огромный сделаем для наших детей. Что самое планируется на ярмарке, что мое відбуватись? Да, у нас будет концертная программа, помимо выпечки, да, вот предоставленной, которые будут продаваться, и также денежки будут переданы в онкогематологию, будет концертная программа проходить с детками, также из школ. Вот, это будет, я думаю, интересно для каждого из посмотреть. Щоб не було скучно. Хотілося б взагалі дізнатися, як народилася така ідея, от провести саме цю ярмарку, і чи це перша ярмарка в Миколаєві, чи все ж таки подібні акції вже вами проводилися? Подобные акции действительно проводились буквально 2 недели назад, насколько я помню, правильно? Да. Была в 41-й гимназии, проводилась тоже такая же акция благотворительная. Это была осенняя тоже ярмарка, но школьная. И действительно очень большое количество по нашим меркам денежек было перечислено этим деткам, были приобретены довольно-таки масштабный, скажем, запас медикаментов для этих деточек, очень благодарны. Вот. И, в принципе, наша акция возникла буквально вот с пустого места. Спонтанно. Мы, скажем, да, спонтанно вот стояли, общались, и тут мы решили просто, чтобы... Кроме, в принципе, наверное, кроме нас, кроме тех людей, которые нас поддержали, в принципе, наше правительство, у них, наверное, много других, я думаю, интересных, более интересных, чем наши дети, да? Скажем, в завуалированной форме так. Да. Вот. А мы решили помочь, потому что, столкнувшись, наверное, буквально несколько лет назад со своими тоже детками, с мамами, тоже были у нас... скажем, черные полосы, и нас это настолько подтолкнуло, что, наверное, люди, которые не ощутили это на себе, они не поймут этого. Те люди, которые прочувствовали и видели боль в глазах родителей, боль в глазах детей, деток, которые, они просто молят о помощи, то я думаю, что стоит. А чи може хтось приєднатися завтра до вашої ярмарки? Можливо, якимось виступом, можливо, приєднатися до самої ярмарки з якимись продуктами? Да, к нашей ярмарке спасибо присоединились наш вот Воробьев Евгений Александрович, волонтерский рух молодежный, так, тоже помогает очень нам. Потом благодійний фонд для інвалідів та ветеранів. Любовь Николаевна, да, спасибо огромное. Помогли также фонд «Повага». Они нам, в принципе, как бы помогли непосредственно с организацией, в основном это подписать все договора, потому что так как мы не являемся организацией, нам люди, в принципе, из-за этого и доверяют. То, что, к сожалению, наверное, на наше время... Очень многие, я не говорю ни в коем случае за эти организации, три, которые нам сейчас помогают, забирают очень большой процент себе. Деткам отдается очень мало. Так, до речі, про цю тему ми навіть піднімали в ефірі також. Вже, скажімо так, за лаштунками говорили про попередніх гостей, коли до нас приходила танцівниця Собачка, то вони також казали, що коли прийшли із грішми, то їм сказали, що величезну суму, близько 30-40% заберуть. Вони кажуть, ми тікали, як могли, і занесли вот. Самі ці вот гроші. От ми за це і говоримо. Поэтому ми рассчитываем на то, що у нас буде непосредственно собрані средства,
Все средства мы обещаем, что это будет все предоставлено. Мы сами, мы никому эти деньги не отдаем. Мы сами приобретаем полностью все, что необходимо. Это медикаменты, это обследование очень дорогостоящее для онкобольных детей, которое одно обследование, это как минимум стоит 3500. Мы это все будем оплачивать. Все эти чеки будут предъявлены во всех средствах массовой информации. Это и наша социальная сеть «Контакты», это и «Одноклассники», это и YouTube, это и телевидение, я надеюсь, вы нам поможете тоже в этом. Вот. Это и журналисты. Будем надеяться на то, что нам все помогут, а мы все до копеечки, мы сделаем полный отчет. Ничего, никакой процент никому мы не отдадим. Это только те деньги, которые перечислены с Куба детям. Хотілося перейти з нашої розмови ще до Євгена, який трошки засумував. Не засумував, я уважно слухаю, дуже уважно. Так, хотілося дізнатися, як ви приєдналися до цієї акції і взагалі про ваш волонтерство. Як виник тандем такий? Зараз, я зараз вам немножко розкажу об этом. Значить, є така у нас звісна жінка, вона благотворитель, вона ж волонтер, учасник волонтерського движення, председатель общества інвалідів, учасник АТО, Бушина Любов Николаевна. То есть женщина, когда появляется там, где нужна действительно помощь. Недавно были в госпитале военном, привезла сок нашим ребятам, то есть раненым бойцам и так далее. Морально поддержала, раздала газеты. Вообще, то есть морально людей поддерживает. Вот девочки пришли к Любови Николаевне за помощью. Как это сделать? Волонтерский рух – это в первую очередь пособие по благотворительности. Волонтерский рух милосердия. Пособие, как правильно поступить, как сделать так, чтобы тебя потом не интерпретировали по-другому, не сказали о том, что ты сделал что-то где-то для чего-то, для себя и почему-то. Мне кажется, что все-таки волонтерство имеет, ну, волонтерство, благотворительность, мы говорим об одном и том же, потому что по-разному все понимают, волонтерство – это не только то, что возникло на фоне АТО, потому что мы уже настолько уже привыкли, инертно понимаешь, вот началось АТО, и все, волонтеры поехали, взяли две банки варенье, например, и три пачки печенья, и поехали туда, или продукты. Помощь незаменимая, ребята молодцы, но здесь, на месте, то есть тоже достаточно много проблем, и мы пытаемся помогать. Почему? Потому что мы охватываем большой спектр, скажем так, учреждений, заведений, различных организаций, которые нуждаются в помощи, начиная от интернатов, заканчивая, в общем-то, в данном случае мы говорим, деток, которые вот онкобольные. Они живут этой надеждой, верой. И, честно говоря, я когда был в доме малютки, я когда привез когда-то книжки и детки, то есть это был один из, ну, из первых, что ли, 12-13 год, когда только волонтерское движение начало развиваться, привез книжечки детям. Они в этом доме малютки, каждый из них смотрел и думал о том, ты мой папа, то есть ты меня заберешь. Вот, понимаете, это такие вещи, на которые просто так смотреть, то есть нельзя. Я мужчина, и я скажу вам так, я прослезился. Мне это было очень душевно больно за то, что вот в такой ситуации оказываются детки, а тем более мы сейчас говорим об онкобольных. Потому волонтерство, я считаю, оно имеет корни, наверное, не с законов каких-то, которые пишут наши чиновники, а именно с норм морали, то, чему нас учат. Одного научили есть бутерброд под одеялом, правильно? Второго, то есть, ну, образно говоря, второго человека научили, например, то есть отдать кому-то бутерброд и получить за это деньги, а третьего же научили, например, просто им поделиться. Просто взять и поделиться. Почему? Потому что неужели много человеку надо, скажите, православное? То есть, ну, действительно, много человеку надо поесть, поспать, одеться, чтобы детки были здоровы, родители были здоровы и там на чем-то поездить, да, если там будет такая возможность. Вот, все остальное, я считаю, то есть для того, чтобы стало легче кому-то, то есть, ну, неужели может быть что-то лучше, чем сделать кого-то более счастливым, например, либо поделиться своим счастьем, ну вот таким вот образом. По этому поводу, волонтерское движение – это движение общее, то есть девочки сейчас делают эту акцию, привносят что-то, делают хорошее, полезное, потому как правильно сказала Анжела, да, не дело в том, какие они, дело в том, какие мы. То есть мы не говорим там чиновники, не чиновники там и так далее. Мы можем прийти, мы можем помочь, мы это сделаем. То есть и не будем мы копаться, как говорится, в чем-то, в каких-то, да, аналог истории, кто должен как поступать.
мы будем поступать так, как мы считаем нужным. Ну, вот таким вот образом. Я дал, в общем-то, ответ или, может быть, продовжить надо? Хотілося б в продовження теми все ж таки проанонсувати ще час, коли буде проходити акція, місце, скажімо так, для миколаївців, які зараз дивляться канал. Да, це буде 24 числа в 17:00, і це буде возле ДК молодіжного. Тобто всі, хто желает, все, кто неравнодушен и кто хочет помочь деткам, пожалуйста, приходите, будем рады видеть каждого, и каждому мы благодарны. Давайте уточним, молодежный – это 40-летие, потому что люди того поколения, в общем-то, ну, скажем так, нашего поколения, до нашего поколения, они знают это как ДК 40-летия. Знаєте, друзі, ще хотілося буквально декілька хвилин проговорити і ще одну деталь, скажімо так, яка б напряму пов'язана із вами. Це взагалі волонтерство і зараз ставлення до волонтерів, скажімо так, у Миколаєві, для того, щоб розвіяти серед наших хоча б телеглядачів те ставлення, яке в них сформувалося. Зараз біля, не будемо називати, скажімо так, які торгові марки, з'явилася біля них величезна кількість волонтерів, псевдоволонтерів. Взагалі, прокоментуйте, яким має бути волонтер і кому варто довіряти. Як можна розрізняти, що людині можна довіряти, і ці гроші дійсно підуть комусь на допомогу? Ну, для початку потрібно розуміти, що у волонтера повинні бути на руках документи. Коли ви задаєте питання, на що збираються гроші, має бути чітким відповідь. Тобто, і, звісно ж, потрібно перевіряти. При большом желании, когда вы передаете крупную сумму, то лучше обратиться непосредственно к врачам, к родителям, да, детей, которым вы передаете, и дать лично в руки. Потому что в наше время доверять сейчас очень сложно. Лично я столкнулась с таким. Даже при передаче лично в руки – это одно. А второе – то, что можно, да, подойти, как правильно Катя сказала, подойти к врачу, подойти к старшей медсестре, подойти к ночмеду, подойти непосредственно к маме и спросить, чем мы можем помочь. Это не также финансовая помощь, это также само может человек тот же, который не доверяет, к примеру, да, потому что действительно у нас люди не доверяют, и я с этим полностью согласна. Сейчас очень много обмана. Также само можно просто… Вам написали списочек, вот что-то необходимо. Вы что-то с этого списка, хотя бы какой-то минимум можете купить и занести. То бишь приобретение и занесение этого же медикамента, я считаю, что это тоже очень большая помощь. Так, ну я думаю, що найголовніше, друзі, це все ж таки не втрачати пильність і дивитися допомогу, скажімо так, зменшувати кількість рук, через які проходять гроші. Так, совершенно верно. Дякуємо вам, звичайно, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Сподіваємось, не остання зустріч в нашому ефірі, не остання акція в місті, яку ви організовуєте. Дякуємо за вам. Спасибо вам за те, що ви робите таку хорошу.